нож лидер вот так вот погнулся, из него, ну, в него из ружья бахнули, вот он погнулся. Кидать очень неудобно. Вот. Волновой вот он как-то еще втыкается. Воткнул. Вот. Если ножики потеряются, можно с собой грабли брать. Ну, когда помогает, а когда и нет. А еще вот такое приспособление у меня есть. Вот смотрите. Устали вы, например, метать. Оп, ножичек упал, надо нагибаться. Берете на веревочке магнит. Оп. И нагибаться уже не надо. Очень удобно для тех, кто страдает. Ну там, тяжело нагибаться, короче. Так что вот, грабли, магнит. Опять же, искать тоже магнитом хорошо. Где-то бросили, не видно его, да? Ведете магнитом, раз, а он нашелся. Вот так вот, имейте в виду. Полезные вещи.